habang pagpataya. Aki ang astrofa. Pataya, pataya. Всем привет, дорогие друзья из солнечного Таиланда. У меня сегодня 4-й день пребывания в этой стране, и пребывание в отеле начинается, как всегда, день завтрака. Сегодня у нас очень насыщенная программа. Собираемся мы поехать в зоопарк. Я не любитель зоопарков, вот честно, но не любитель зоопарков. Но меня убедила наша дружная компания, плюс зрители говорят, что там очень интересно, что там очень хорошо. Не знаю, давайте с вами вместе съездим, посмотрим. Но так, завтрак мой сегодня. Слушайте, вот я, кстати, наедаюсь. Здесь завтраки довольно-таки вкусные. То есть еда вкусная, все чистенько, аккуратненько. Мне это очень нравится. Наггетсы какие-то такие куриные, рис, яйцо, арбуз, ананас. И вот еще раз показываю вам атмосферу здесь на завтраке в кафе. Есть вот такой вот телевизор. Очень яркие стульчики, которые добавляют настроение. Чистенько, аккуратненько, салфеточки лежат на столах. Вот такой вот стол раздачи, все чинно, аккуратно. Большого количества людей нет, никто никого с ног не сбивает. В общем, мне здесь очень-очень нравится вот эта вот атмосфера. Первый раз зашла в отель, и у нас в туалет, думаю, сейчас перед дорогой. Хотела показать вам, насколько чистые здесь туалеты. Представляете, вот эти 3 звезды. То есть я удивляюсь, потому что, ну, как бы для 3 звезд я считаю, что вообще отлично. Смотрите, какие здесь лежат такие вот тряпочки, что можно руки помыть, взять, вытереть, протереть. Все очень-очень, посмотрите, как чистота какая. Смотрите. Машина 7 человек. Вот здесь очень удобные, кстати, такси, потому что здесь очень-очень много мест. Как раз на нашу компанию. Еще бы один был. В общем, в зоопарк мы едем за 1000 бат на всех. То есть получается по 150 бат на человека. Слышишь, что Виталий говорит, на. Я этот, все проговариваю. Ага. Туда, а обратно. Смотрит на Руслана, мол, ты же русский. Совсем скажет, русские обнаглели. Сейчас, в общем, посмотрим. Сейчас 20 минут у нас 11. Посмотрим, за сколько мы доедем до зоопарка. Вообще, сколько ехать. Такие вот машинки, смотрите, со стороны. Один из самых худых. А вот он, вот этот отель, Эван. Вот это вот. Первый – это пятерка, за ним четверка. Напротив, ой, да что ж такое, меня на кочках подбрасывает. Напротив вот это вот тройка с этой стороны. Сейчас вам немножко отели какие на первой линии. Вот это все первая линия, напротив пляж находится. Отель Виста. Вот здесь вот, кстати, мне писали, что хороший отель есть. Отель Виста. 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 Он не очень дорогой, но хороший. Посмотрите, какое количество байков на улице. Вот Family Mart. Вот эти вот магазинчики здесь прям вообще на каждом шагу. Но когда я вчера побывала в Big C, это вообще что-то нечто. Едем 1:20. Слышите? Ребята взяли пивка. Сказали, они не смогут по зоопарку ходить без него. А мы проезжаем, слушайте, какие-то прям вот такие лачушки. Ага, нам... А вот на следующий день мы его около отеля поймаем. Нам еще назад ехать. Да не, они честные, Руслан, они не уедут. Нет, мы... Ну мы же откатим, так же платим. Половинки какие. Какие домики. Вы вообще какое пробовали здесь пиво? Какое самое лучшее? Вот это вот зеленое? Или еще какое-то есть? С горчинкой зеленое. Я с горчинкой люблю, мне больше нравится. Хак-хе зоопарк называется. Вход в зоопарк стоит 250 бат. Смотрите, вот такая вот огромная карта зоопарка. Тигры, смотрю, здесь есть львы, ну, в общем, очень много животных. Мы сейчас попробуем взять автокар, если получится, чтобы пешочком не ходить. Слушайте, увидели обезьян. А, они специально за водой, чтобы их особо не видно было, да? А я иду, даже мы так разговариваем, я даже и не заметила.
Не, ну вот это я понимаю, зоопарк. То есть смотрите, здесь они не в клетках, на природе. Вот они, пожалуйста, островки такие, деревья. Такие умнички. Не, вот я вот это понимаю, да? То есть как бы они здесь в такой, в природе находятся. Тогда можно. В общем, здесь зоопарк огромный-огромный. Кто это такие звуки интересные издает? А наверху летают какие-то такие птицы. Сперва подумали мы, что аисты. Это про обезьян написано, да? А, это гиббоны. Кампучийский гиббон. Вот она, Камбоджа, совсем рядышком. Тайвань, Камбоджа. Это кто, гиббон там так кричит? Они так скачут по деревьям, эти гиббоны. Ой, смотри, смотри, Леночка. Ага. Ой. Слушай, так прикольно, это ж надо же, а? Он повис-то. Слушай, обалдеть, а? Виталий, сними, а? Смотри, какая прелесть, мы в зоопарке приехали. Вообще прикольно. Представляете, на таких тоненьких веточках держится, висит как на качелях. Качается как на качелях. Я вот именно мартышек, обезьянок люблю, мне нравится. Да. В общем, дальше, чтобы по зоопарку пешком не ходить, потому что ну, жарко все. Ну и он большой, очень, очень большой объемный зоопарк. Поэтому мы попробовали арендовать машину, но не знаю, там написано, что максимум 6 персон, у нас 7. В общем, 1580 бат на шестерых, но мы на семерых поделили. В общем, с человека получилось по 230 бат. В общем, тайцы над нами смеются. Мы сейчас объясняли, что нам нужно ну, вот такую вот машинку, чтобы индивидуально ехать. А они нам выписали билеты по, ну, то есть на большую, где большая экскурсионная группа, автобус. Где водитель едет. Причем Оксана показывала права, зачем объясняла, что, ну, права, что она зачем? Будет за рулем. Ну, права. Да, она за рулем. А по... они зачем все равно тогда дали. Зачем показывать тогда права, если у тебя... В общем, фишка водить. В том, что водитель, как бы покупал билеты, брал, и билеты остались у водителя на вход в зоопарк. И, а мы сейчас подошли к какому-то к другому входу или выходу. И, в общем, они не могут нас понять, мы не можем их понять. Они мяу-мяу-мяу, английский не знают, ничего не понимают. И, в общем, не можем двинуться с места. У нас, как всегда, начинается все с приключений. 800, смотрите, не можем разобраться с деньгами. Нам нужно было, оказывается, вот в эту кассу, гольф-кар. А мы вон там покупали тикет. В общем, получается, что больше дали. Не 250 надо было. Держать, дальше же будем покупать что-то или нет? Я предлагаю являться держателем общака. Пойдемте. Ну, давай, пусть будешь общаком. Да. В общем, все, выяснили. Мы... Понятно, мы, видите, тикет написано. Видите? А Юлю посчитали за ребенком. В общем, идем на машину. Нет, может кому-то спрятаться, выйти вон туда за... А, да, Виталий уже, видите, только 6 человек максимально, нам надо поместиться всемером. Виталик быстренько уже где-то спрятался. Руслан будет за рулем. А вообще лучше бы Виталику, да, наверное, он крупнее, да. Чтобы мы поместились все. Здесь, видите, еще по весу нужно пройти. Наконец-то мы поняли. А то руками размахивают все туда, туда, сюда, сюда. Смысл, Лена, в том, что... Я сзади буду сидеть. Так, все, разместились наконец-то. Кстати, шумная наша компания. Это настолько весело, настолько интересно. В общем, посещение зоопарка, это мы сами как зоопарк, все вместе, наша компания. Права взяла Оксана, молодец, за руль сел Руслан. Сейчас еще Виталика по дороге подберем. И прожмем нашу машину. Виталика нет места. Подождите, а куда он сядет-то? А куда он сядет-то? Ну, не знаю.
Юлю на колени надо кому-то. Да немножко поместится тут с нами. Еще фишка в том, что здесь еще по-другому совершенно движение строится. Смотрите. Корефан такое дело, скажи, извини, не помешай. Руслан на квадроцикле, у него опыт, слышите? Он гоняет, поэтому можно не переживать. Там идет Виталик. Как он сейчас? Как он сейчас поместится? Тише, на спалит сейчас. Отвернулись назад. Пытаются в шоке. Тукар! Тукар! В итоге... Сейчас проходит экскурсия по зоопарку. Всем хорошее путешествие. В итоге сели, в общем, в большую машину. Два раза заплатили за зоопарк. Мы, получилось, зашли с одной стороны, таксист у нас забрал билет, у нас их не осталось. С левой стороны располагаются олени. Это у нас Руслан озвучивает, так что он может быть иногда не прав. Я вижу бегемота. Смотрите, гид после будет деньги собирать, как бы так не было. Чтобы это вернуть. Здесь жирафы. По правому борту жирафы. Страусы и газели. А здесь есть магазинчики также с сувенирами. Не, мы можем туда доехать, а обратно пойти пешком. Обратно идти пешком. Тут сколько? 800. Ну здесь площадь, да, такая огромная, конечно, у зоопарка. Красавец, смотрите. Львенок. Гиены, слева гиены. Гиены спят. Здесь тигр. Это тигр, место для тигров. Там два тигра. Два маленьких тигренка. А вот эта клетка пустая какая-то, там никого не вижу. Тут какие-то мелкие обезьянки. А их вот не выпускают. Кормите животных, везде написано. Попугаи. Я тоже считаю, что нужно знать, чем кормить животных. Не просто так. Объявляйте, кто видит. Неправильно назовет еще. Мартышки бегают вон в свободном доступе, маленькие. Спокойно бегают. Малышки такие маленькие. Да, маленькие совсем. А здесь мы видим... Слева слоны. Ух ты. Фан-стейшн. Вот это взрослые осыпи. Вот, Лена, ты хотела обезьян. Ну да. Может выйти. В общем, я никак не могу пережить, что мы два раза заплатили за вход в зоопарк по-дурацки. Да не вернешь ты уже. Вернешь. Нам дадут билет, но я думаю, что... Мнение разделяется. Кто-то с автобуса хорошо, кто поближе. Знаете, так издалека, проехать издалека посмотреть. От хижины такая... Проезжаем верблюда. По левому борту верблюды. Двугорбые. Руслан тоже расстроился. Ну все заплатили. Прикиньте, по два раза в зоопарк. Так еще при этом объясняли. Справа можно пролететь на тарзанке над крокодилами. Внимание, желающие. Выходим.
Виталик, подключился Виталик. Они в прошлый раз тащили, здесь где-то крокодила ловили, я не знаю где. Обезьянки. Главное у нас ходить у всех пешком никакого. Сейчас на улице где-то, наверное, 34 градуса. 34 градуса. Юр, может, ты там тоже впереди сядешь? Будешь тоже озвучивать со всеми вместе. Там буйволы у нас впереди. Болели волки. Позорные. Вышли мы здесь с нашего автобуса. Ну, это не наш автобус, в общем, он абсолютно входит уже в стоимость здесь. Он сюда вот, видимо, доехал. Какой круг? Ну-ка, Виталик, где? Наверное. Ну и да, вот так, вот, скорее всего. Да, то есть нам просто нужно спускаться вниз. Осталось вот это, у меня телефон. Это озеро вот это. Потому вот. Что вот зебры мы проезжали. Озеро вот оно. Пойдемте к озеру спустимся, посмотрим. Что это за озеро? Красивое издалека. Так, сейчас здесь что-то тут какие-то напитки продают. В общем, жарко очень сильно. Что-то хочется попить. Что здесь можно попить? Поесть можно. How many beer small? 45 бат. 45, yes, ага, thank you. Все разглядывают муравьедов, а я иду к своим любимым мартышкам. Мартышки тут. Какие они симпатичные. Ну, здесь, видите, все равно он зоопарк, он, конечно, огромный. Но, видимо, может быть, какие-то опасные особи, потому что каких-то мы видели, они... просто там бегали по дорожке, а какие-то просто, видите, в клетках сидят, как и в любом зоопарке. Ох ты, какой красавчик. Ой, не люблю я все-таки эти зоопарки. Красивая очень. Ну, белая рот, такая. Рыжая морда. Это вот такая вот обезьяна. Лапки. Вот они. Смотрите, красивые такие обезьяны. А, это что-то планета обезьян по типу. Кругом одни сплошные обезьяны. А здесь вот кто. Кто это? Диет. Привет. Ну вот смотрите, любители зоопарков, да, вот. Понимаете, все равно животные какие-то в свободном вот, доступе, а какие-то вот у них все. Это их пределы, и они здесь сидят. Не знаю, как вам, но мне жалко их. Они должны быть в живой природе. Здесь что-то черепахи. Вон они, видите, какие отдыхают на солнышке. Так, написано, что животных не кормить. Ну, не написано, нарисовано, что животных кормить нельзя. Здесь тоже вот котик, морской котик здесь живет. Вон он там внизу плавает. Я представляю, насколько ему здесь жарко. Плавает в водичке. Но вид на природу, конечно, на деревья шикарный. Кстати, такие джунгли. Самые настоящие джунгли здесь. Дальше спуск к следующим клеткам куда-то идет. А здесь тоже мои любимые мартышечки. Смотрите, какие они маленькие. Смотри, какой классный, да? Малипусенькие. А там такие же на дороге, кстати, прыгали. Вот он. На ветке, да? С цветами, что ли, с какими-то он? С какими-то цветами жует. Цветы. Ух. Такое вот озеро, оно здесь на территории вроде, судя по карте, одно.
И это, наверное, пеликаны. А, слушайте, ну что это такое? Это такие ступеньки по типу. Я так улечу. Ох, кто что там кричит такой? Звуки, знаете, заблудилась в зоопарке. Не могу выйти из зоопарка. Вот они какие. То ли аисты, то ли пеликаны. Никаких нет опознавательных знаков. Вон они, смотрите, в камнях. Ох, какие красавчики. Сейчас пойдем с вами поближе подойдем. Здесь, кстати, вот видите, беседка есть. Можно в беседке сесть и понаблюдать за всеми. Просто в тенечке посидеть. Сейчас, мне кажется, уже градусов 36, наверное, на солнце. В общем, это такое озеро, царство птиц. Ох, какие там красавцы стоят. Слушайте, это что-то с чем-то. Ну-ка, сейчас попробую к ним подобраться поближе. Песни свои поют. Вон там, смотрите, крылья открыл. И стоит такой с открытыми крыльями. А там как будто бы лягушки еще кричат. Или козы. Вы слышите этот звук? Наверное, козы. Сейчас очень-очень сильно парит. Вон они, смотрите, они как будто бы это, на релаксе на каком-то находятся. Крылья откроют и стоят так с открытыми крыльями. Смотрите. Как будто, знаете, это статуи какие-то. Крылья открыли и замерли. Знаете, как будто бы я сейчас картинку на стоп поставила. А на самом деле это вот такие вот... Я не знаю, кто аисты, не аисты. А, сейчас, кстати, посмотрим с вами по карте, чтобы не быть голословными. Так, сейчас попробовать разобраться с карты, что здесь написано. Flying крылатые. Парад. Парад крылатых, что ли? А что это за птицы? Там такая карта, выдают ее при входе. Вот. И тут главное тоже по-тайски, по-моему, да? По-тайски написано. В общем, ничего не могу вам рассказать, только показать вот этих пернатых. Пернатые красивые, необычные. Да нет, так красиво, они так красиво летают. Ну как вы думаете, это журавли, цапли или кто это? Цапли, да. Цапли, думаешь? Ты с ними разговариваешь, да? Нет, я за ними наблюдаю. Какая же Лена дает язык с каждым, с каждой тварью? Кроме тайцев. Ну это... Да не волнуйся, все впереди еще. Да. Юля бежит за цаплями, цапля от нее. Ну, я не знаю, я называю их цаплями, потому что... А Виталик заходит с другой стороны, слышите? Один с одной стороны, другой с другой стороны. Ну, может, они цапли, кстати, или журавли. Боже мой! Не поймали. Да не, никто, конечно, ловить никого не собирался. А? Очень-очень большая здесь вот эта вот действительно территория такая. Я думаю, что птицам здесь вольготно. Интересно, что они едят? Планктон какой-нибудь? А здесь смотровая площадка, смотрите, можно сесть, посмотреть, полюбоваться. Смотрите, лошадка сейчас бедная пыталась выбраться отсюда из загона. Но у них, у бедных, не получается. Смотрите, аж голову протягивает. Вот меня спрашивают, почему я зоопарки не люблю. Именно вот поэтому. Пытаются, а выйти им здесь некуда. Но написано, что животных кормить нельзя.
наша честная компания. Вот зацените наш подвиг. На улице где-то 32-34 градуса. Очень ярко сегодня, я говорила сегодня. Солнце здесь ярко не светит, облака. Сегодня оно светит, понимаете? И очень-очень ярко. То есть я не знаю, я не мазалась сегодня, наверное, приеду вся красная. Ну, а вообще, вид, конечно, шикарный. Вот вид, природа, все здорово. Но если бы еще животные вот без этих загонов были, то было бы вообще шикарно. Смотрите, какой огромный буйвол здесь живет. Мы его не сразу заметили, он такой здесь все серое, и он тоже такой это в сероватом цвете, серо-коричневый. Он огромный на самом деле, вот так вот камера, она не всегда передает габариты. Он очень большой, сидит, наслаждается жизнью, жует траву. Ну вот у него здесь вольерчик побольше. В общем, вся наша группа едет обратно, побывали мы на этом озере. Назад сказали все, что идти, увы, не могу, потому что жарко. В машине хотя бы тенечек такой небольшой. Здесь вот везде, видите, такие смотровые площадки. Можно внизу посмотреть на животных. Смотрите, прямо на дороге стоят такие мелкие-мелкие мартышечки. Вот они, смотрите. Язык показала. Она мне показала язык. Представляете? Вот они, смотрите. Мелкие-мелкие. Ух ты! Так фоткаем. Ну, это, видимо, наверное, самые безопасные, я так думаю. Олени ждут, думают, покормят или не покормят. Вот они в свободном доступе, олени. Слышь, оленя хотела сфотать, чтобы чуть с машины не выпало. Ну зачем они выгнали? Наверное, чтоб под колеса не попали, скорее всего. А, они убежали, да. А он все равно будет больше. Что, ну, чтоб не задавили. Сейчас задавит. Вот смотри, морда красная. Смотрите, они прям по дороге бегут. Морда красная. Это мамка. Вот они, нет, смотрите, тигры тут просто изображены, вырезаны. А это озеро, кто здесь, интересно, водится? А, крокодил. Крокодайл. О, крокодайл там. А, вон они, смотрите, вон. Ага. Еще ни одного не увидела. Вот, Оксана. Да знаете, от них вон, лучше держаться подальше. Вон, 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 чтобы их хорошо увидеть, надо вплавь туда. Вплавь вместе с ними, окунуться, да, немножко освежиться. Чтобы их увидеть, надо залезть туда. Озеро с этим, с крокодилами. Вон они все их деньги, смотрите. Они все под водой. Мне кажется, здесь пешком не ходят. Мне кажется, здесь все должны ездить на машинках вот на таких. Потому что пешком нереально по такой жаре и такие расстояния. Вы посмотрите, представляете, сколько бы мы шли. В общем, помотались мы по этому зоопарку, я сгорела. Что, сейчас поведемся на бассейн? На шоу на всякий мы опоздали, пока разбирали, что да как. Деньги, слава богу, вернули благодаря переводчику тайскому, таксисту. Объяснили, что два раза заплатили. И, в общем, возвращаемся мы в отель. Ну, жарко, я хочу сказать, что очень жарко ходить. Да, если только ездишь на машинке хорошо. Поэтому, если вдруг кто-то поедет, советы, да, обязательно берите с собой паспорт и права. Потому что нужны только оригиналы. Если у вас едет такая вот большая компания, то у двоих должны быть паспорт и права. Ну, либо схему 6 на 7 расскажи, как надо делать. В смысле 6 на 7? А 6 на 7, так как мы не делаете, пожалуйста. Пусть оглядываемся, поглубже засаживаемся. Потому что нас поймали тут же. Ну, было весело. Это бэби, да? Москва, Бангкок, Паттайя.